Когда у Правдина оккупировали русские военные, я с ними познакомился и начал сотрудничать. Я передавал им еду, ездил на технике, помогал продавать им топливо, которое они украли у местного населения. Ходил на позиции возле села Правдина, где они стояли. Также указывал на местные жители, которые были за Украину, и таких, которые были в АТО. Я сожалею и искренне раскаиваюсь своим содеянием. Прошу прощения у народа Украины.